30-я серия. Двигаемся дальше. 30-я серия. Москва, Мурманск. Зачем останавливался, уже не помню. Так. Чуть позже в видео вставлю фотографии. На мой взгляд, довольно симпатичная природа. Так, проезжаем Роватостров. Что это такое, я не знаю. Населенный пункт или какая-то организация. Роватостров. Далеко впереди, насколько хватает экрана, ничего привлекательного, к чему бы привязаться, нет. Но будет с правой стороны по ходу, километров через 5, наверное, озеро Осиновое. Тут очень много озер. Ну, по крайней мере, больше не к чему привязаться, сориентироваться. К этому времени поступили комментарии, вопросы, на которые я отвечу и прочитаю. Антон Мунич, по-моему. Оставьте, пожалуйста, все так, как есть. Картинка в картинке реально не нужна. Главная дорога, в обычной картинке все видно. И даже что вдоль дороги. Он же продолжает. Благодарит. Теплые слова за видео. То, что этот маршрут будет топ, я сильно сомневаюсь, потому что топы достигают эти тиктоки, где там девочка вильнет попкой там или еще что-нибудь, и миллионные просмотры. У меня такого не будет, потому что это видео носит несколько другое направление, другой характер. На мой взгляд, наиболее... Она относится к теории, ну, к разделу «Справочная». То есть посмотреть, увидеть, где-то что-то записать, принять к сведению это видео. Так, Summer Way пишет: «О, в этой серии должна быть красивая краеведы». Ну, я не знаю, трасса вообще красивая. Вообще, вот это видео, я, скажем так, ориентировал это видео для автотуристов, автомобилистов, кто в путешествие, в поездку отправляется. Но есть еще категория людей, которые по разным причинам не могут себе позволить в силу физических обстоятельств или других проехать, посмотреть Россию. С этой целью я и проводил съемку боковой камеры. Боковой камерой. Ну, это будет не скоро. По-моему, дней через 2-3 недели, наверное, я начну снимать на боковую камеру.
основной причиной, что я не снимал с первого дня, это недостаток внешней памяти на внешних жестких дисках. Но потом, уже подумав, решил разориться еще на несколько дисков. Я первоначально с собой брал 2 диска по 4, по 2 терабайта. То есть всего 4 терабайта было. В итоге, пришлось приобретать диски общей емкостью 12 терабайт. Ну, это было в дороге. Я видел, что не хватит этих дисков на всю поездку, поэтому стал докупать в дороге. По-моему, в Улан-Удэ брал, сейчас уже не помню, или в Чите. Так вот, это видео, скажем так, больше носит такой справочно-информационно-развлекательный характер. Кто не может себе позволить реально проехать по России, посмотреть, ну, скажем так, 1%, вот я могу... Я предоставлю, размещая видео на боковую камеру. Вот сейчас уже 30-я серия, и я еще не доехал до Мурманска. Уже 30-я серия, 3 дня. Ну, там, грубо говоря, будем считать 30 серий. А всего будет 557 дней, почти 2 месяца. Это как минимум 570 серий. Это только на фронтальную камеру. Ну и еще, наверное, серии 150, может быть 200. Это была съемка на боковые камеры. Первый день я вел съемку на заднюю камеру, но там была пленка темная, поэтому получилось очень некачественно. Вот здесь я сейчас остановлюсь, сделаю кофе, поставлю и заодно сделаю снимки, ну вот, реки, по которой этот только что проехал. Пойду-ка я сделаю несколько снимков. Ну, вот одновременно короткий отдых. Тут, как видите, я не один остановился, многие останавливаются. Там кафе есть, столовая. Но я предпочитаю обходиться тем, что у меня есть. Быть максимально независимым, автономным. В реке там течет. Но хорошие мысли приходят опосля. Поэтому обойдемся пока фотокамерой. Так вот, сколько серий? Это
примерно 570 серий займет только фронтальная камера, но и серии, наверное, 150-200, может быть, чуть побольше, может, чуть поменьше, это боковая камера. В итоге скапливается порядка 700 серий примерно. Ну, размещая по одной серии в день, это потребуется 2 года. Ну, постараюсь размещать по 2 серии, чтобы хотя бы уложиться в год. Вышел на улицу, туфли летние промокли. Хорошо, что взял с собой галоши. Так. Ну, это возня в салоне. Это до Мурманска. В районе Мурманска на привал место. Ну, привал на трассе найти не смог, поэтому выбрал то, что увидите в конце концов, в конце серии. Да, так лохануться. Ну, на моих ошибках учитесь. Нет сети, дойти, вашу мать. Насчет радара, значит... Теперь повеселее будет. Кофе. Однажды ехал на автомобиле по перевалу через Уральские горы. И увидел, стоит автомобиль ГИБДД, рядом один гаишник возле нее, а второй невысокого роста, пузатенький такой, на шее висит радар, пытается залезть на дерево, а там как раз поворот, вот, и обзор с дерева, конечно, обзор. Конечно, с дерева там хороший, чтобы кого-то поймать. Но когда я это увидел, я включил радиостанцию на 15-м канале и говорю: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром на дерево полез с радаром». Через несколько секунд нужно было слышать, что творилось в эфире на 15-м канале. Дальнобойщики включались, значит, хохотали, комментарии разные, ну, такие издевательские в его адрес. И вдруг он сам, видать, включился и говорит: «Я запомнил твой номер, ты еще будешь проезжать здесь». Это вызвало у меня, ну, на самом деле, гомерический смех. Что я мог ему сказать? Но на самом деле очень комично. Маленький пузатенький лезет на дерево, еще больше глупости от него, конечно, ожидать было нельзя. Это я открыл окно, чтобы немножко проветрить салон. Поэтому такой шум от дороги. Так, потихоньку приближаемся. К чему же мы приближаемся? К границе городского округа Апатиты. С правой стороны по ходу движения озеро Осиновое. Вот это я не учел в салоне автомобиля, что открыв окно, будет шум, и разобрать речь будет практически невозможно. О чем говорил, я уже не знаю.
Так, федеральная трасса Кола Р-21, маршрут Москва-Мурманск. Я еще вот на что обратил внимание, передвигаясь по дорогам России. Вот на трассе Кола этого нет. То есть, выезжая на проезжую часть с грунтовой дороги, нет следов от от сельскохозяйственной техники. То есть грязь лохмотьями, кусками на дорогу не выносит. Но на других участках это сплошь и рядом. И дорога в этом месте становится крайне опасной. Прошел дождь, грязь размыла, и участок дороги крайне опасен, потому что становится скользким. Вот на это нужно обращать внимание. Встречная полоса. Две полосы. Одна для обгона. Всегда на горку. Сейчас по всей вероятности у нас тоже будет горка. У нас будут две полосы. Я должен проверить, потому что за мной. Ну вот автопутешественники, по всей вероятности. А весь все на этот парковку. Мне нравится, что Кола не перегружена. Не перегружена дорожными знаками. На других дорогах, ну, будете смотреть, сами посчитаете, по нескольку десятков знаков на километр. И дорожные работы, и ограничение скорости, прочие опасности и так далее, так далее, так далее. Так вот, едешь на раз. В свое время желание снять хотя бы короткий участок видео на стерео. Но аппаратура, фотоаппарат стерео, я имею в виду регистратор стерео. Да, я пытался снять на стерео камеру. Во-первых, там. Но потом отказался, потому что много проблем с этим. Не в плане обработки размещения, а в плане просмотра. Это нужно очки иметь или специальный телевизор, который позволяет закрепить его, представляется возможным. Так что от такой идеи отказался. Ну, несовершенный фотоаппарат, мало того, он еще и тяжелый был. И зарядки хватало аккумулятора на 40 минут, а возможность одновременно снимать и заряжать это было. Это невозможно, нельзя было. То есть или ставишь на зарядку, вот, потом снимаешь, или снимаешь на камеру, а потом ставишь на зарядку. Задолбал меня этот водитель, блин, болтает, не дает мне говорить. Лагает обогнать, ну ладно. Поблагодарил я его.
Некоторых водителей раздражает то, что сзади на хвосте кто-то сидит и не обгоняет. И вот, мигая правым поворотником, они как бы просят, чтобы их обогнали. Слева и справа в стороне на разном расстоянии много озер безымянных. Вот интересно. Светлое уже испачкалось. Интересное название озера с правой стороны по ходу движения. Нужно искать. Кислое. Такие места для стоянки. Далеко впереди озеро Курк-Явр. Курк-Явр. И правый поворот на дорогу 47К-033. Это уже на загранице городского округа Мончегорск. Получится у меня засыпло. Погода пасмурная, и едет быстро. Но это между двумя озерами канал соединяет. Так, да. Чуново озеро и... Чуно. Ух ты, широченные. С одной стороны вообще берега не видно. Ну, далее по ходу озера, я уже сказал, Курк-Явр. Это с левой стороны, а с правой стороны. Надо снимать такие фильмы, наверное, в присутствии звукорежиссера, звукооператора, журналиста, который бы рассказывал то, что видит. Одно дело видеть, другое дело это сказать словами. Да, должно быть несколько специальностей в одном человеке. Или несколько людей. Поступаю, если было дорогие.
чтобы один следил за экспозицией, другой за звуком. Третий за ракурсом. Ну, справа по ходу движения, километрах в трех, озеро Кислое. А еще дальше, с правой стороны, озеро Сяв. Уклон 5 градусов. Это сообщение о том, что как только фрагменты появляются, интернет временами появляется, временами нет. Сообщение приходит о том, что вы находитесь в новом регионе. Сейчас появился. На пригород появились, появился. Интернет. Спускаемся вниз, пропадем. Ладно, отвлекаться не буду, я просто помогательный. Этот монотонный шум дождя здорово убаюкивает, расслабляет. Ремонт, наверное. Навигатор показывает красный участок. Дорожные работы. Ну вот Яндекс.Навигатор сказал, что дорожные работы. Бензина 5,8 вырос. Это, наверное, из-за спуска подъема. Сестра моего автомобиля. Шкода Октавия, что ли?
Ну, растительность, как вы видите, довольно-таки чахлая. Может быть... Наверное, надолго зарядил. Потому что небо все серое. Просветов не видно. А мне еще до Урумска показывает 2 часа 10 минут. Это как минимум 17-18 часов пол шестого. Да, мне много неудобств доставляло туда высчитывать реальное время. И потом перестроил смартфон. Пересечь границу Мурманска. Перестроил смартфон, чтобы он показывал реальное время региона. Так, проверю-ка я. Это прибор, который был в подарке от Собянина. 99, 96, 94, 92. После того, как сделал вторую. Насыщенность 89, насыщенность 97 единиц. Пульс 90. В общем, вот так как-то. После того, как сделал вторую прививку. Ну вот я все сказал. Кстати, неплохой набор. Много витаминов, БАДов. Ну там рыбий жир, какие-то другие еще. Вот. Какие-то жидкости. Ну, нормальный подарок, мне, откровенно говоря, понравился. Там же было и для измерения давления. Прибор надеваешь, замеряешь давление, и там еще есть маленькое окошечко, в котором идет синусоида ритма сердца. Если она появляется, запас хода 370 километров, то значит нужно обращаться к врачу. Можем с сухим баком оказаться. У меня особая настороженность вызывала, значит, состояние здоровья. Потому что я уже был в реанимации одно время, год тому назад. Вот, и опасался, чтобы во время движения этого не случилось. Да, надолго остановились. Знаешь, скопился лишний за мной десятка два автомобилей. Да, лучше стоять на... Наверное, 5 человек стоит, регулирует. Лучше стоять на хорошей проезжей части, чем объезжать по колдобинам.
навигатор, Яндекс.Навигатор говорит, что в 17.22 я буду должен быть в центре Мурманска. 2 часа 10 минут. Не знаю, посмотрим. Сейчас показывает 15.13. Ну, я в Мурманск приехал засветло. Было еще светло довольно-таки. Да, все-таки этот радар-детектор, блин, он просто бесить начинает, когда вот рассматриваешь видео. Поэтому я тех, кто сочувствует. Но я ничего не могу сделать, к сожалению. Потому что найти на звуковой дорожке это крайне... крайне трудно. И звук такой противный, надо же, придумали. А мегафон в заднице. Наконец-то тронулись. Ну, немножко еще проедем. Это минут 10, наверное. И на этом серия 30-я закончится. Думаю, предположительно еще серии 2, ну, максимум 3. Ну, серии, наверное, серии будут неполноценные, то есть не по часу. Ну, знал бы я, что так вот радар-детектор будет раздражать, я бы его в окно бы выкинул, честно. Что польза от него, как от козла молока. За 3 дня один раз среагировал на радар, а остальное все это пиканье. Что это за пиканье, я не знаю. У него высокая чувствительность, до 5 километров, в зависимости от источника излучения, возможность принимать очень высокая чувствительность. И обзор у него 360 градусов. С другой стороны, все-таки вот эти излучения он воспринимает, значит, кто-то облучает какие-то приборы или какая-то фигня, которая облучает. Нашел оправдание, да? Все водители находятся под постоянным облучением.
вот небольшие ручьи или реки мелкие, маленькие. Их довольно-таки много на трассе. Но опять-таки я не знаю, рыбные они или нет, потому что север и вот эти водоемы, озера мелкие, реки, они по всей вероятности промерзают до дна. И рыба не успевает там развиться. Вот, то есть, боюсь, что эти реки, озера, они не рыбные. Не все, но большая часть, я так думаю. Немножко громкость динамика уменьшил, потому что меня не меньше вас раздражает этот. Этот радар-детектор.